Начинаем смотреть постройки Ярика. Давай. Давай тогда вначале вот этот тот. Первая будет, наверное, самая красивая. А, ну давай тогда. Сейчас. Нет, ну я про это и говорю. А. А что, еще давай. Есть красивее что-то? Ну ладно. Ну тут, верно. Ой, там что-то. Ну, ладно. Там управление слева снизу написано. Вроде EQ на Shift, супер, супер. А где оно? Вперед. Вперед просто. А, вперёд. Вот тут. Сейчас. Тут вроде на EQ и на Shift. Тут, так, как-то, ну я на... первый, да, буду летать. Так. На Shift и там... Ага. Вот, ракеты я тут вижу. Вот. А Shift что такое? На Shift это супер ускоритель. А, понял. Короче, я нажимаю на E, Q и лечу. На одну из клавиш. Ну, вот так. Еще есть Shift, чтобы включить ускорение. А все, он просто может летать. У него тут пушек много, вроде. Нет, пушек ни одной. У него только функция полет и ускорение. Для декорации, что ли, пушки? Пушки для декорации? Да, пушки для декорации. Там был огонек горел. Ну ладно, я лечу на базу тогда. Так, ну, что можно на нем сделать? Ой, ну, только летать и переворачиваться. Ну так. Ну тогда, наверное, идем дальше. Тут у него очень много пушек, только жалко, они не стреляют. Тогда для ПВП можно. Еще есть танк, вот такой вот, но он только декоративный, никаких функций не имеет. Это типа в группу, да, я его выкладывал официально? Вот этот вот танк я не вылаживал. А что? Это Е-75? Да. Ну, типа стреляет. А есть все-таки вход? Можешь камеры посмотреть, внутри есть разные там функции, крутилка, но почему-то оно не крутится, поэтому я решил просто забить и сделать декоративным. А мне где он? Друзья помогали только с вокруг обстановкой. А где он? Вход. В люк надо прыгать? Нет, тут вообще входа нету. А, внутри там что-то есть? Ну ладно. Нет, это только декоративный. А тут, это тут. Что за домик? Это типа под обстрелом, это декорации друзья делали. Куда постреляли. А о. Зайти можно? Нет. Дверь выломай. О, нормально. Магия вне Хогвартса. Ну, а тут ладно, тут ничего нет. Я думал, тут что-то есть. Но тут рядом просто деревья стоят, только две штуки. Камушки. Танк с круглыми колесами. Е-75. Ну, это не колеса, а это металл. Вот, можно удалить. Ой. Ну, я знаю, что это металл. Металл. Ну просто, ну типа же это колеса. А это что за тут механизмы? Да, тут этот механизм собирался вначале сделать, чтобы этот вылазило из-под этого. А, это типа голова человека вылазит отсюда. Ну вот отсюда. Только тут закрыто вроде. Ну и тут башня тоже вот есть, тут стульчик. Но она крутится, по идее, должна. Ну, пушка. Должна была крутиться, но что-то этот, я что-то проверил, она все равно не крутится. Даже так, ну куда мне идти? С основной башни, не знаю почему она. А может посмотрим этот костюм робота? Ну тот твой. Ну, не костюм, а робота. Человека тебя. Понял. Тогда я сейчас это удаляю? Да. Механизм могу показать, там он на колесах. Не надо. Сейчас будет самое интересное. Механизм очень простой. Залазь тогда, если хочешь. Там ну пара. Простой, но не для всех просто. Ну ладно. Декорации. А куда идти-то? Ну, в портал зайди. Только там не прыгай сразу, просто зайди, больше ничего не трогать, сразу на сиденье сядешь. Ой. А чё я в бездне-то? Ладно. А там этот, ты сел, да. На Е вперед, Q назад. Нажми вначале Z, английскую Z. Это камера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Enter. Enter, зажми, пожалуйста. Enter? Там Enter, чтобы катана сзади вперед прошла. Да, в принципе, теперь Enter можно не трогать. А чё он так ходит немного? На C английскую сердечко, а на X замораживание. Ба-бам. А как его убрать теперь? N русскую, ну или вроде это Y английскую, на N русскую. А как всё, заморозиться? Всё заморозиться как? Всё убирается на Y. Так, V, T, S. Заморозка на X. На X? Да, на X. Вот, то же самое, на Y убирается, убирается. А тут еще вот это... Он так ходит что-то, ну, хотя, в принципе, правильно, но только с руками что-то не если, так. Если там иногда... Вообще, там человек надо... зашел, смотри, я к нему приеду, посмотрим. Ну, типа, он подумает, что это игрок или нет. Но он же похож вроде на твой скин. Нет. Если бы он как в чате писал, тогда бы точно подумал. Ну, вот я еду, вот человек. У него хитбокс, он не может по этим залазить, да. У него хитбоксы маленькие. А ничего страшного. Это одновременно и плюс. То есть, большие хитбоксы у него, наоборот. Не,
Не, ну, не, но это больше, чем у игрока, где-то в раза три. Ну, я и говорю, что он больше, а не меньше. Раньше только у меня что-то с ногами случилось, они этот, ну, едут, но как-то неправильно. Они одинаково? Там просто понажимай Q, E, назад, вперед. Ну, он может еще замораживаться, хоп. Ой, и еще размораживаться. А сердечко на какую кашу забыл? Ой. Мне кажется, тебе ногу отключу, а нет. Если еще раз на пробел нажмешь, то ты тэпнешься сюда. Типа, депортация на базу. А, человека? Ой. Ты же не провалился в бездну? Или ты провалился в бездну? Баг, а, блин, ты провалился в бездну. Эх, бывает такой баг. Так, стоп, я вернулся. Можешь заново загрузить? А, заново? Окей. А, да. Там человек, который зашел, он, кажется, АФК стоял все-таки. Загружать заново? Да. А что это тут рядышком? А, тут на месте справа была пушка, но она, и когда пушка стоит, то он очень жестко, то у него этот будет очень трудно. А, встань, пожалуйста, то этот. Я понял, он не упадет. Чтобы надо вначале, чтобы он упал, если это там. Может, ты покатаешься, если только камеру включу. Назад. Стоп, а где камера? Покажи мне камеру. Назад. Ну. А у него в голове прямо. Да навестись, блин, вот. Но это мне надо. Беленькая. Все, можешь идти, садиться. А я буду стоять и смотреть через камеру. Ну, ты же его построил, ты, наверное, лучше будешь управлять. Да тут одинаковое управление. Ну, вот обычно. О, сейчас нормально все с ним. Ну, у него нога иногда дергается, не знаю, за чего это. Так же самое замораживание, сердечко. Можно все вместе. А сердечко зачем? Ну, типа эмоции. А, эффект от конфеты, что ли? Ну, бывает же эффект конфеты. Ну, да, может быть, из-за этого. Ну, это просто эмоция сделана. Я, кстати, вообще забыл, что есть что есть зелье любви. Вообще забыл. Не надо... А, я уже думал, это портал. Конфеты тут снизу есть. Ну, вот это, по багу. А дальше тут пару самолетиков есть. Но мне кажется, что этот гораздо лучше, чем этот. Или хотя... Не, это только по крышке, если судить. Ну вот, с ускорением и со всем этим. Можно я на этом? А как открыть крышку? Или надо? А, он, жаль, не открывается. Просто этот, давай я сделаю, сейчас сделаю прозрачным. Нет, я думаю, внизу надо прыгнуть. Опа! Так же самое, на Shift-ускоритель, а вроде тоже на E или на Z. А ракеты может выпускать вот эти? Ракеты может выпускать? Не, у меня этот как-то пацифист вроде. Оружие, может быть, редко когда-нибудь подрубаю. Может быть, когда-нибудь сделаю так, чтобы они ракеты скидывали. Ну, эти поршни как просто шины. Да, вот. Колеса тут лучшего качества. Сейчас надо закрыть. Ну, дальше самая лучшая подстройка. Стой, я еще... Я только один посмотрел. Я сейчас куда-нибудь полечу далеко в космос. Ой-ой-ой, я лучше вернусь. Если как ноты. Ноты через всю карту будут пулять. Что через всю карту? Да потому что когда я занимался там своими делами, в ферму ставил, я пролетел через карту, у которой ноты пуляют. И просто я уже с сундука, а ноты летят меня с той карты. А, я понял. Сломали мне портал. Ну это да, бывает. А как из него вылезать? Вот, я сейчас освободил чуть-чуть. Это не продумано. Минус больше полета. Дырку надо. Еще больше, хорошо. Я не помещаюсь. Сделаем другим способом. Ой, блин. Во. Ох, я в бездну полетел вместе с ним. Я на стульчик залез нечаянно. Сейчас я заспавнюсь. А второй самолет то же самое? Это то же самое, да. Или что-то может? Не, то же самое. А где вход? Я убрал коллизию. Тогда уберу тут коллизию. Я не могу залезть. Я убрал коллизию. О, все нормально. Но это какой-то военный уже, наверное. Ну вот, и он может летать, и еще какая-то кнопка. Наши и ускоритель. Как обычно. Сейчас я вернусь. Только вот этот ускоритель не летает немного. Ой, все. Можем смотреть следующую постройку, в принципе. Дальше будет очень хорошая... Дальше две очень классные постройки. Вот это я старался, ну, один день или два дня. Один день лучшая постройка. Ого, у тебя на сервере у меня она загружается раз 10. Не, помогу, там написано. А, раз 10 быстрее? Просто моментальная загрузка такой есть. Ну, владелец сервера может включать. А. На обычных такого нет. Вот тут дверь гаража. Ладно, на машины смотреть пока что не буду.
Я хочу начать с того, потому что там самое интересное. Тут открываются ворота. Ну, медленно, правда. Поэтому лучше перелезть. Перепрыгнуть. Вот тут это первое, что я увидел. Песок, тут строил Ярик. Что это такое? Строил. Тут я еще что-то видел. Помогу. С другой стороны. Помогу с механизмами. Я знаю, просто много механизмов. Повторял их много раз. Дальше, с другой стороны, ладно, после. Просто закрывай ворота, тут какой-то дрон едет. Не должен сюда заехать. Нет. Давай, нет, уходи отсюда. Все, вот для чего ворота сделаны. А, через ворота можно перелазить-то. Людям только, машинам. Игрок же, смотри. Такой, типа я грабитель, иду такой грабить особняк. Так, хоп, и уже тут. Там статуя. Мне ничего нету. Стоп, я знаю, что можно с ним делать. Там наверху у тебя есть оборонительная полоса. Ага. Тут стоит этот, защищает всех. Где враг? Не видно его. Ну. Ладно, пойдем сюда куда-нибудь. Ну там Роблокс, водопад. Они издалека показали, что он реально куда там. Ну ладно. Тут пусто. Там только. Тут гараж. Механизм самый простой. Ну да, самый простой, но он тоже прикольный. На шарнирах. Додуматься до такого сложно. Так-то он легкий. А тут еще тоже дверь. О, блин, тут рычага нету. А, да, это баг с одной стороны. Да я нажму. Все, не трогай. Не трогай. Ой, ну ладно. Ну, тут дверь как дверь. Ну, хотя бы есть. Это сервоприводами, да. Телевизор. Тут я построил бы. Поляна надо выбираться. А если кто-нибудь упадет? Собирался ветки. Ой, я упал, все, разбился. Опасный дом. По траве лазим. Так, а тут что еще? Надо было внизу матрас постелить. А тут большая пустая комната. Пусто, да. Там выпирает чуть-чуть. Да. Короче. На улицу пошли? Пошли к машинам, да? Ну, наверное. Я быстрее. Ничего нету. Нет. Так. Все, я добежал до машин. А у тебя там вон там. Ну вон. Нубик из травы. Что? О, шедевр. Да. Ты что, за самолетом или за машиной? Сейчас. Я за хеликоптером. Сейчас тогда тут прям пройду. Где кнопка? А. А тут нету кнопки, тут через водительское кресло. А, понял. А водитель как садится? Ой. Сзади. Что за магия? Как будто, может, дробирование происходит. Ну, ладно. Может, там сесть сзади кресло. Сзади кресло. О, специально подготовлено. Ну, эту постройку я взял с Ютуба. Там туда был. Ну, почти у всех. Ну, простая. Тут есть гарпун. Ой. Гарпунчик. И все. Вроде тут на... Ну, еще можно вот так вот в воздухе держаться. Как? Ну, ладно. А пошли на улицу там? Ну, это... Да, ну, туда, там, где эта машина. Дверь открывай. Ты живой? Меня ну, ладно, самолет. Выходи там. Съел самолет. Ну, машинки. А что нам не вот бесит? Эта вот машина для декора, ну, она, конечно, ездит, но я просто для декора тут построил. Она ездит не может. Ой, она что-то большая по сравнению со мной. Ну ладно. Вот, можно пойти, я тут убрал. Ой, коллизию. Ой. Не, хотя она не может. Тут, наверное, вперед-назад. Она ехать не может? Не, она ехать вообще не может. А вот тут уже что-то другое. О, там что-то внутри тут есть. Едет. Вот этот вот, да, за который ты сейчас сел, от первого лица вообще кайф ехать. От первого лица. Только даже рули крутится. Тебя съело сиденье. Теперь нет. Стоп, что? Тут даже ремень безопасности. Ага. Даже для птички подходит. Все, я поехал от первого лица. Открывайте ворота. Я этот главный особняка. Ой. Сейчас, где? Там сзади куча всякой еды, куча всякой штуки. Дверь открывай. Сейчас я дрону на таран пойду. Ой. Эпик битва. Ты же от первого лица, да? Да. От первого лица руль. Ой-ой-ой. Бедный дрон. Ой. Бедные мы, не дрон. Там на G повышается этот. Машина повышается на G, а на T английскую ее обратно колеса. Ничего не происходит. А, ничей. Вот. А зачем это? Не знаю. Как нам на базу вернуться? Пошли. А, все. Не, мы выживем. Мы живы будем. Как ты выбрался с ремня безопасности? Мне понадобилось куча времени, чтобы выбраться. Ремень только безопасности, зло. Меня убила вода. А меня нет. Я захлебнулся. А я живой. Ладно, я бегу домой. Можешь заново загрузить?
Я хочу на машине подняться. Я тут покажу. Еще есть джип, у него там двойное управление. Может и летать, и ездить, гарпуны заново загрузить. Да. Не, ну реально, у тебя просто в разы быстрее загружается. Просто. Я чего-то не знаю о випках. Да, у них есть моментальная загрузка. И все. О, мне интересно, как быстро загрузится последняя постройка моя. А, ну тебе есть ангельский джетпак, все равно, так, чтобы дотянулся. Бери джетпак, джетпак. О, тебе помог джип. Я живой. Джип спас. Открой ему дверь, пусть у нас поживет. Он мне жизнь спас. Расфиксируй, я хочу на машине. А, тут просто масло. Маслом, тут маслом. Можешь просто нажать на масло, оно упадет. Ну не падает. Ай. Ох, съел машину. Так, ну получается, я могу подняться, нажать на клавишу J. Вот так. Да. И теперь ворота я не проеду. Ну, постлегку, постлегку, если вот так вот будешь. Ой. Слишком высокий. Куда мне ехать? Ой-ой-ой-ой-ой. Я упал. Я ресетаюсь тогда. Может, я смогу тебя перевернуть? Вторую машину? Нет, ты мне подобрал. Вторую машину можно? Ко мне подъедь домой. О, ну, сюда, в твой дом. Машину. Ой, блин. Так, тебе? Да, я у тебя дома тут. Ну, в твоем доме. Ну, рядом с твоим домом. Блин, ладно. Сори, чел. Иду. Давай. Ну, лучше. Ой. Садись. Садись. Так. Подвинься. Тут по пуфике можно. Можно я покатаюсь? Да. Только у них двойное управление. У тебя справа есть числа. 8, 5, 6, 4... Это называется кейпад клавиатура. На нумпаде, справа. Не на нумпаде, а кейпад. О, чё, реально как второй джойстик. Играем. Можно ещё тут можно летать. От первого лица тоже можно смотреть. Сверху можно за пушку сесть. Можно сказать, совместная постройка. Ну, не совместная, в смысле, управлять можно. Ну да. Но за пушку ещё. Так, ещё я могу летать. Зачем машине летать? Ну ладно. Выпендриваться перед друзьями. Опа. Ой. Ну и все получается. Что? 300 робуксов. Что? Повредил собственность. Так, дальше у них тут еще есть кнопка С. Так зачем? А, я понял. Сейчас заскамим одного человека. Еще тут есть гарпуны. Там ну я понял, на С. Сейчас будем одного человека. Так, здрасте. Полетели. Взял, своровал машину. Я не машину, там человек же сидит. Он сам полетел. Ну давай смотреть следующую постройку. Загружай. Ох, дальше пойдет последняя и самая хорошая. А что, самая лучшая на последней? Сейчас я буду удалять все, и машина удалится. И бездна привет. А, я понял. Друга спасли, теперь самим надо спасаться. Давай, загружай. Катируемся. Ой, а чё он там? Ну ладно. А, машина-то пустая. Ну ладно. Есть вот такая вот ласточка. Это? Да. Тут одно место управления, поэтому я рядом сейчас поставлю стульчик. Так что, ну ладно, да. Я буду тут просто сидеть. А о, ты... масло. Это колеса. Сейчас будем летать. На F полностью убрать колеса. На шип так же само ускорители. Не, давай ты летай. Я буду тут. Забыл фиксирование убрать. Не, давай ты лети, я не буду лететь. Ой, там что-то с колесами. Колеса упали. А ты там убрал этот масляный блок. Ладно, уберем уже все. Эх. Я думал, масло торчит, типа, фиксацию убирать. Обычно. Она очень огромная, когда я сол. Ну и как обычный самолет умеет летать. А на колесах мог ехать? О, пошли крокодилом в гости. Мог. Отключи это, ракеты. А еще что и умеет, кроме полета? Это все, куча турбин есть. О, включи. Вот, за нами крокодилы бегут. А, за нами. Так, ну можешь вернуться на базу? Мне управление. А, да. Сейчас. Еще чуть-чуть быстрее. Еще? Не, ну именно то, что... Ну лети. Падай. Ай, я выпрыгнул, ура. Можешь заново загрузить, там уже ни бензина, ни колес, ничего нету. Ну что, турбин? Ну ладно. Не, ну турбины уже все кончились. Я хочу на колесах ехать. А там они так же само будут прыгать.
Так же самое буду прыгать. Сзади, сзади портал. Сзади портал. Вот тут. Портал. Там сразу нельзя. А, ну хотя давай проверим, может. Стой, можно я? Не, я говорю об кресло. А, нет, оно же наверху. А что наверху? Нет, да, способ с моей. Сейчас. Опа, я уже там. Как ты это сделал? О, маги. Что? Я читер. Читер ВБУ. Не, физика игры просто. Ладно, расфиксируй. А, я забываю постоянно. Привык, что я все масляными блоками делаю. Ой-ой-ой. Ты стульчик себе поставил? Да, и так сойдет. Ладно, живи. Ну, ты можешь через портал возвращаться. Блин, меня в портал кидает. Живи. Полетели. Сейчас. Только не падай. Ну, куда тут будем летать? Титан толстый. Тут титан толстый. Я выпал. О. Я в бездну полетел. Нет. А, там на З. Там самолеты уже. Там... ракеты на З были. Не, ну я уже все. О, он приехал за своей машиной. Вон. Польная машина. Тойота. Пойдем дальше или еще раз загрузить? Ну, можем идти дальше.